Ребятки, всем доброе утро. Время нет и 9, а мы на улице. Проводили Сережку на работу, на автобус. И сейчас идем погулять на площадку. О, у меня капелька упала прям на камеру. Нам будут протереть. И чуть погуляем, потом пойдем домой, потому что, блин, сегодня опять моросит дождик. Сейчас он не очень сильный, но я боюсь, что днем он опять разойдется. И потом сидеть дома с этим маленьким малышом стало уже невыносимо. И поэтому решили сейчас прогуляться, и все, и пойдем сидеть дома. Сегодня еще хочу снять видео про ГВ наконец-то. Надеюсь, что мне это удастся. Пришли на площадку, она нам тут по пути. Я уже вам говорила, что мы на этой гуляли, которая такая страшненькая. И смотрите, суровые площадки детские. Песочницы нет, песка. А Семен побежал куда-то. На домик-то на этот не надо, наверное, нам лезть. Придется с мамой только залазить. Да, тебя это не особо волнует, да? Иди лучше на горку. Горка, да. Ребятки, я сняла про мой опыт грудного вскармливания, и получилось такое короткое видео, меньше 8 минут. И просто я реально, я сейчас поняла, какой у нас хороший был опыт, и как все быстро у нас прошло, что даже рассказывать особо-то и нечего. И если вдруг вы посмотрите то видео, у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете их написать себе под грудным вскармливанием, вот под этим вот видео, которое выйдет, наверное, в среду, либо во вторник. Во вторник даже, наверное, я сейчас постараюсь его смонтировать и загрузить. Вот, если у вас вдруг будут какие-то вопросы, то можете их задать, потому что я, честно, не знаю, что нужно было рассказывать про наше грудное вскармливание, потому что, как оказалось, это было очень-очень просто. Вот. Сейчас я пойду налью себе чаёчек и смонтирую это видео, наверное. Мне, кстати, Серёжа сегодня принёс роллы. Я такая радостная. Пожую ещё, наверное, и роллы. Сёмка уснул, он вообще вырубился сегодня, только лёг. Я его положила в кроватку, всё, он сразу уснул, устал. Мы сейчас с ним тут танцевали, прыгали, играли. И вообще он у меня сегодня какой-то немножечко странный, потому что он сам играет с собой, либо это какой-то там очередной скачок роста прошел, либо у нас вот этот вот кризис одного года немножечко ослаб, и он себя чувствует прекрасно, то, что я могу спокойненько помыть посуду, он там где-то ползает минут 10-15, у меня появились свободного времени, что реально очень странно. Ладно, ребятки, не буду болтать, попробую загрузить видео, смонтировать, точнее, сразу и загрузить, возможно, даже что, успею все это сделать за Сёмкин дневной сон. Семёныч проснулся. Положила ему по-быстренькому гречку с фрикадельками, а то он такой голодный, проснулся сразу прямиком на кухню, ням-ням-ням-ням. Вот сейчас ест. Да. Да? Давай, покажи, как ты ложечкой хорошо кушаешь. Ну, покажи. Стесняешься? Молодец. Научиться уже хорошо зачерпывать полную ложечку. А то раньше просто вот так вот тыкал и вытаскивал все. Сейчас уже он зачерпывает. Да, умничка маленькая. Ребятки, я решила, что мы не пойдем сегодня на улицу.
а будем играть дома. Что-то там такой ветер, мы утром погуляли тоже с ветром. Мы погуляли часик, я думаю, достаточно. На, лови. И сейчас играем с Семёнычем в мячик. Потом поизучаем карточки, поизучаем формы. Да, короче, будем наслаждаться домом. Бух! Ребятушки, как вам такая картина? Просто жесть. Время еще только 4:30, а я уже хочу уложить Сёму спать, потому что это нереально. Мы раз не пошли на прогулку, то все, Сёме скучно, я уже устала его развлекать. И просто на протяжении уже часа, наверное, я слышу от Сёмы... Вот такие вот вдохи. Еще чуть-чуть, Семён, да? Вот такие вздохи слышу от тебя. Ой, короче, блин, ребятки. Ой-ой-ой! Ты что на зайца наступил? Он говорит, ой-ой-ой. Веселье полным ходом. Я так устала и хочу спать. Ой, Сём, забери зайца. На. Зайчик наш. Тут песенки слушаем, я уже все песенки наизусть знаю, да? Давай дальше слушать. Ребенка наконец-то уложила. И теперь могу пожить для себя. Но перед этим запущу стиралку. Ладно, ребятушки, всех люблю. Целую всем. Пока-пока. Thank you.